До наступления «Судной ночи» осталось совсем немного времени, но я думаю, что первую серию мы все же посмотреть успеем. А сейчас же немного рекламы. Вы или ваши знакомые влюблены в гик-индустрию, но вы не знаете, как себя порадовать? Предлагаю вам обратиться в магазин моих друзей GeekStuff. Что это за место? Большой ассортимент выбора товаров, а также конкурсы, подарки и, конечно, приятные цены. Все это вы найдете в магазине. Если все же вы не нашли покоривший душу презент, то смело обращайтесь к продавцам магазина. Ребята Акиральф прошерстят интернет и найдут заветную вещь, которая придется вам по душе. Не стоит огорчаться, если вы живете там далеко-далеко. Ребята работают с доставкой по всей России. А если же при заказе вы упомянете промокод, который видите на экране, ребята одним щелчком уничтожат 15% от стоимости заказа. Все ссылочки на магазин я оставлю в описании. А мы начинаем. Всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. В сентябре 2018 года в свет вышел первый эпизод спин-оффа серии, по моему мнению, не особо таки великолепных, выдающихся или даже интересных фильмов «Судная ночь». Ведь нам так нужен был их спин-офф. Думаю, вы уже поняли, что я не особо являюсь фанатом этих фильмов. Я смотрел целиком только первый. Второй и третий я смотрел урывками. Да, безусловно, идея фильмов мне очень нравится. «Одна ночь без закона» или «Что будет, если снять с человека ответственность, каким зверем он может стать?». Ну а вот подача этой идеи, на мой взгляд, слабовата. Должен предупредить сразу, повествование у пилота очень рваное. Я не знаю, будет ли так дальше в сериале, но у пилота оно такое. Так что готовьтесь скакать от одной сюжетной линии к другой. А серия начинается с того, что нам показывают секту или культ, кому как удобнее. И девушек, одна из которых отправила письмо своему брату Мигелю. «Надеюсь, ты знаешь, со мной все хорошо. Меня здесь любят. Я готова. Не переживай. Я скоро буду с мамой и папой в годовщину их отбытия. Они так скучают, так любят меня. Я ухожу в другой мир. Я люблю тебя, Мигель. И буду любить. Твоя Пенелопа». Также нам указывают на временные рамки. 5:23 вечера. 97 минут до судной ночи. После довольно странного письма Мигель в поисках сестры приезжает в больницу, но узнает, что там ее уже нет. Пенелопа Геррар. О, но она выписалась пару месяцев назад. Выписалась? Ну, ему подсказывают, где ее можно найти. Я никак не могу препятствовать вам в поисках. Надеюсь, вы ее найдете. Пенелопа хорошая девочка. Генри. Вот черт. Вжух, и нас переносят на другую сюжетную линию, в которой Джейн навещает свою мать в больнице и готовится впервые остаться на работе в судную ночь. «Судную ночь. Ты должна остаться тут со мной. Это самое безопасное место в городе. В офисе тоже безопасно». Также мать Джейн упоминает какую-то игру. «Если бы ты решила сыграть в игру...» «Нет, мам, хватит. Не надо вот этого». Ну и поскольку «Судная ночь» у них это праздник, то... «Я несу радость, а ты...» «А я ебашу в праздники!» Вжух, и мы попадаем на следующую сюжетную линию, в которой знакомимся с семейной парой, идущей на сходку богачей для встречи с каким-то инвестором, который может помочь вложиться деньгами в постройку домов для бедных. «Признаться честно, я ужасно волнуюсь». «Все будет отлично. Это просто формальность». «Ну, мы идем на сделку с дьяволом, детка». «Мы берем у дьявола деньги и потратим их с умом». Только наша парочка переживает, что на сходку может прийти их общая знакомая. «Надеюсь, обойдется без сюрпризов». «Она не придет. Не переживай». Жена ловит флешбэк, в котором мы видим, как она с мужем и этой знакомой и явно играют не в шахматы, а скорее в твистер. И знаете, хоть я и прикрыл срамоту табличкой, но хочу сказать, что срамоты-то там и нет. Обнаженки в пилоте нам не показали. Я расстроен. Нам снова напоминают о времени и готовности горожан. 5:40 вечера. 80 минут до судной ночи. «Граждане в страхе названивают, пока полиция и пожарные готовятся уйти на перерыв. Если вы не подготовили серьезную защиту, делайте, что можете, пока не поздно». Возвращаемся к Мигелю, который продолжает поиски Пенелопы, ловя какого-то типа и выбивая из него инфу.
Ты свихнулся? Я не знаю, где Генри. Ты знаешь, не гони. Может, он в заброшенках? Тогда едем в заброшенки. Разве ты не должен сейчас драться на какой-то войне? Ты счастливчик, я как раз вернулся. Возвращаемся к Джейн, которая как раз прибыла на работу. Но здесь ничего особо важного для сюжета не происходит, за исключением... Этаж 38 будет заблокирован как безопасная зона. Охрана и сотрудники, включая вас, подписали договор о лишении права судить на этом этаже на протяжении всей ночи. Мы гарантируем безопасность только на этом этаже. Все ли понятно? Сэр, так точно, сэр! Шлеп, и мы переносимся к нашему культу, который куда-то направляется. Наши души поломаны навсегда. Сегодня наши муки закончатся, дети мои. Сегодня я проведу вас в другой мир, где... Живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками. Только любовь. Пойдемте. Скоро отбытие. Давайте подготовимся. Да убери эту отвратительную ухмылку с лица. 5:55 вечера. 65 минут до судной ночи. Мы возвращаемся к парочке. Эй, ребята, идете развлекаться? О, черт. Ага. Береги себя, Росс. Конечно. И вы тоже. Наши женатики едут навстречу, попутно ведя диалог с водителем, из которого можно подметить только... Мне всегда было интересно про эти вечеринки. Как там можно кому-то доверять? А мы подписали договор, что мы не можем судить и быть судимыми. Я не проверяю вашу надежность. Ясно. А мы снова переносимся к Джейн, которая занимается организацией работы в эту ночь. Для начала хочу сказать. А в Райкер Мора Эквити сегодня безопаснее, чем у вас дома, так что давайте забудем о судной ночи и сконцентрируемся на работе. Угадайте что? Возвращаемся к женатикам, которые так и прибывают на сходку. Развернитесь. Спасибо, все чисто. Руки в стороны. 6:10 вечера, 50 минут до судной ночи. Чего, блядь? А какого хрена? То есть, у вас остается меньше часа, а вы только готовитесь к судной ночи? Отмазки в стиле «Мы не знали, когда судная ночь» не канают. Правительство выбрало один день в году, один и тот же день в году, одно и то же время ее проведения. А вы меньше чем за час еще не готовы обороняться или защищаться? Окей, я понимаю, почему не суетятся богачи. Им стоит нажать на одну кнопочку, и они под полной защитой. Но вы нищеброды без кнопки. И вы готовитесь не за месяц, не за неделю, не за день, а за час? Вы серьезно? Да, серьезно. И чем же вы за час прикрываетесь? Фанерой? Фанерой, блядь! Я, конечно, может быть и не гений, но как бы намекну вам, ребят... И все, как бы конец, вам могут безнаказанно отпилить ваши ноги и засунуть к вам в жопу. Вы этого не понимаете. А все потому, что вы не придумали ничего лучше, чем фанера. Окей, хорошо, я готов признать, что металлические пластины и пуленепробиваемые стекла стоят бабок. Но у вас есть камни. Найдите где-нибудь цемент. Начните за неделю замуровывать свою квартиру, чтобы не сдохнуть. Хорошо, вы не умеете пользоваться цементом и камнями. Хорошо, вы этого не умеете, я готов это тоже признать. Но вы можете нанять грузчика. Своровать грузчик, если вы хотите жить. Если не можете нанять его. И приволочь откуда-нибудь сворованные бетонные стены. И замуровать квартиру. Тогда у вас появится хотя бы шанс выжить. А что же сам сериал говорит по этому поводу? Специалисты отмечают, что судьи совсем обнаглели и в первую очередь нападают на дома, которые закрыты только фанерой. Даже судьи понимают, что валить таких, как вы, это не убийство. Это естественный отбор. Ладно, продолжаем. Пока секта едет к пункту назначения,
Женатики ищут своего инвестора. Может, тебе пойти поискать мистера Стентона? Когда вы заключите сделку, он может предложить тебе присоединиться к отцам-основателям. Да, я знаю, я готов. Убегу со всех ног. Мигель прибывает развалины, но Генри там нет. Есть только приятели и их подруга Кайли, которую они ласково называют... Судным десертом. Пытаясь разузнать про Генри, мучачес натыкается на их недоверие. Я знаю всех приятелей Генри. Но твою рожу впервые вижу. Начинается заварушка, в ходе которой происходит, о чудо, первое убийство спустя полчаса пилота. Знаю, нехорошо такому радоваться, но это сериал про убийство, а я пока что в нем вижу одну сплошную болтовню и никакого действия. 6:22 вечера, 38 минут до судной ночи. Больше сюда не приходи. Город скоро превратится в ад. Иди домой, скорее. Я знаю, кого ты ищешь. Свою сестру. И я знаю, где ее искать, но тебе это не понравится. Угадайте, что мы делаем? Мы возвращаемся к Джейн, которой втайне от всех пришла какая-то девушка. Мамочки! Подожди. Никаких денег, пока не начнется судная ночь. Простите, простите. Возвращаемся к женатикам, а точнее к их лучшей половине, которая знакомится с одной из служанок. Джанна, зовите меня Джанна. А вас как зовут? Каталина. И вернемся к Мигелю. До ежегодного кровавого праздника всего несколько минут. Стоп, а можно я остаток серии посмотрю за этими ребятами? У них сейчас там, кажется, реально веселуха начнется. А Мигель находит дом секты, где его встречают, как мне кажется, как и в любой другой секте. Вы пришли, чтобы вступить в наши ряды, стать нашим братом и служить ей. Добрый лидер примет каждого. Присоединяйтесь к нам. Я ищу кое-кого. Мою сестру. Мига выясняет, что его сестра отправилась, грубо говоря, на убой. Но с верой в то, что ее убийство поможет какому-нибудь судье выпустить пар и успокоиться. А она за свою жертву отправится в рай. Я не понимаю, она будет судить? Нет, ни за что. Будут судить ее. Прыгаем к женатикам, которые слушают дифирамбы судной ночи и готовятся к ее наступлению. Сегодня наш праздник. Мы отмечаем свои достижения. Гладим себя по голове за то, что поднимаем страну на ноги. Спасибо вам. Наступает судная ночь. Мигель разъезжает Аки из Splinter Cell в поисках сестры, пока та куда-то едет. Женатики сталкиваются с той самой знакомой, которая надеялись, что не будет на этой встрече. А Джейн принимает участие в какой-то игре. Можете следить в приложении на телефоне. Поняла. Вы у нас третья в очереди. В зависимости от ситуации, прогресс может не обновляться несколько часов. А ладно. Поняли? Поняла. И, наконец-то, хоть и в самом конце пилота, нам демонстрируют жестокость судной ночи. Блин, фанера не помогла. Секта приезжает на место. Первым помогать грешникам отправляется... Артур, настал твой черед. Валера, настало твое время. И это у него очень даже хорошо получается. Ебать, сынок, кажись тебе пиздец. Конец первой серии. Как итог, дальше я предполагаю, что будет лучше. Но именно в первом эпизоде все мои претензии вызваны только дико скучным повествованием и кучей сюжетных линий, которые не позволяют и не дают проникнуться ни к одному из персонажей. Какой-никакой интерес лично у меня вызвала только история Мигеля. Да, у Джейн там какая-то смертельная, скорее всего, игра. За женатиками мне просто не интересно смотреть. Я, конечно, не знаток и не знаю, как снимать фильмы и сериалы,
но, на мой взгляд, серию можно было разбавить флешбэками того, как ребята уже выживали в судных ночах. Они же как-то их пережили. Могли бы разбавить серию этим, так как без разбавления этой серии к ее середине можно просто уснуть. Но я все же буду ждать вторую. Ну и, конечно, моя главная головная боль – это подготовка к судной ночи. Ладно, не будем опять распаляться. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр, и если этот обзор был вам полезен, или он просто вам понравился, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте к ребятам в магазин, передавайте от меня привет. А вам же я желаю только интересных сюжетов, и пока. Ну, а я пойду веселиться.